вашего позволения, мы продолжаем. Герцогиня. Ваше Величество, депеша от маршала. Наши войска взяли Аудинарты и приближаются к Мальплаке. Несмотря на впечатление, произведенное речью лорда Боленброком. Продолжайте. Я жду, когда уйдет эта юная леди. Ваше Величество приказывает мне удалиться? Нет. Останьтесь. Мне необходимо дать вам некоторые распоряжения. Итак, герцогиня. Несмотря на речь лорда Боленброка, парламент незначительным большинством проголосовал за продолжение военных действий. На днях у меня была неприятная беседа с австрийским послом. Союзники обеспокоены слухами о возможных мирных переговорах за их спиной между нами и Францией. Особенно их тревожит пребывание в Лондоне маркиза де Торси. Я, конечно, заверила графа Шталенбауэра от имени вашего величества, что маркиз ни в коем случае не будет принят в дворце. Но чтобы рассеять их подозрения, нужно, чтобы маркиз покинул пределы Англии. Я уже подготовила паспорта. Что с вами? Упала книга. Мне кажется, однако, поскольку мы все равно решили выслать маркиза, мы могли бы выслушать его перед отъездом. Выслушать? Принять, чтобы большинство и так достаточно неверное отвернулось от нас и примкнуло к лорду Боленброку? Уж лучше сразу взять из парламента закон о возвращении вашего брата. Я уже не говорю о том, что это может вызвать переворот в правительстве. В этом случае всю ответственность за последствия этого шага вы должны принять на себя. Я вас не понимаю, герцогиня. Я просто хотела посоветоваться. Я буду счастлива помочь вашему величеству принять единственное правильное решение. Сегодня перед вечерней молитвой я принесу паспорта маркиза де Торси на подпись. А сейчас я хотела бы представить вашему величеству список лиц, приглашенных в дворец сегодня вечером. Я уже говорила вашему величеству о графе Уго де Ляра, принце Тосканском. Если не возражаете, мы пригласим его вместе с... Сэр Дадли, если Ее Величество спросит меня, я буду через полчаса. Слушаюсь. Абигаль, я больше не могу так. Извините, я спешу. Но ты должна простить меня, я виноват, я был пьян. Сейчас не время об этом. Ты должна дать мне слово, что больше не сердишься на меня. Хорошо, я не сержусь, только пустите меня, я спешу. Черт, этого проклятого покровителя я больше не могу. Я хочу во всем сознаться королеве, я буду с ней говорить о нашем браке. Ни в коем случае. Ни одного шага без совета сэра Генри. Вы не должны никому ни в чем сознаваться, запомните это. Но почему, Абигаль? Это ужасно, Китс. Всю жизнь слышать только о биллах, налогах, большинстве, меньшинстве, парламенте. И Абигаль, как назло, куда-то исчезла. Абигаль. Сейчас мы прикажем ее с тобой разыскать.
Покажите мне любезность, капитан. Рад слушать вашему величеству. Впрочем, не надо. Как вы чувствуете себя в новом звании? У меня к вам просьба, ваше величество. Вот как? Вы никогда меня ни о чем не просили. Я не смел, ваше величество. Сегодня вы более смелы. Я в чрезвычайно затруднительном положении и прошу ваше величество уделить мне несколько минут для аудиенции. Что ж, прошу. Сегодня у меня очень трудный день. Я очень устала. Важнейший депеш. Прошу прощения. Быть может, ваше величество назначит меня другое время? Нет, нет. Прежде всего, я обязана думать о благе своих подданных. Ваша просьба, несомненно, касается вашего чина. О нет, ваше величество. Я счастлив своим званием и не мечтаю о большем. Вот как? О чем же вы тогда мечтаете? Прошу прощения, ваше величество, но я боюсь, что не очень уместно раскрывать королеве свои секреты. Почему же? Я очень люблю секреты, продолжайте, прошу вас. Не можете заранее рассчитывать на мое королевское покровительство. Я вас слушаю. Ваше Величество, у меня есть тайный и влиятельный покровитель, но я не знаю, кто это. Очень интересно и очень загадочно. Продолжайте. Я... Кто позволяет тебе входить без доклада? А это ты, Абигаль. Я поговорю с тобой позже. Прошу простить меня, Ваше Величество, но преданный вам друг настойчиво просит вашей аудиенции. Но ни минуты покоя. Кто же это? Лорд Боленброк. Ни в коем случае. Но речь идет об очень серьезном и очень важном деле. Это невозможно. Сейчас сюда придет герцогиня. Но вы успеете его принять до ее прихода. Я не хочу больше слушать о государственных делах. Не хочу. К тому же это все равно ни к чему не приведет. Хорошо. Примите его хотя бы для того, чтобы отказать ему. Что вы со мной делаете? Просите его. Мы еще вернемся к вашему вопросу, капитан Мэшем. Ваше Величество, я пришел говорить с вами о судьбе Англии. Она в ваших руках. Я знаю заранее все, что вы скажете, дорогой сэр Генри. Все ваши доводы бесполезны. Все уже решено, я дала слово. Паспорта маркиза уже готовы, я жду герцогини, чтобы подписать их. Ваше Величество, ваши враги, которые называют себя друзьями, скрывают от вас подлинное положение нашей страны. Финансы Англии расстроены, торговля умирает, государственный долг растет. Вам нужны факты, вот некоторые из них. Взятие Бушена обошлось Англии в 7 миллионов фунтов стерлингов. В битве при Мальплаке мы потеряли 30 тысяч человек. Что делать, Боленброк? Все это горестно. Война есть война. Я понимаю, Ваше Величество, что войну легче начать, чем кончить. Но в данном случае войну затягивают искусственно. Я берусь доказать, что большая часть дополнительных кредитов, которые мы даем военным, поступает в сундуки герцога Мальборо. Я понимаю, что у герцога дочь на выдании, но почему английские солдаты должны своей кровью оплачивать ее приданое? Вы благородный человек, сэр Генри. И даже в полуполемике мы не должны обвинять доблестного маршала в столь низменных мотивах. Ваше Величество, я рискую окончательно потерять свое доброе имя в ваших глазах. Но я готов привести еще более низменные мотивы, которые движут супругой маршала, герцогиней Мальборо. Она стремится продолжить эту бессмысленную войну,
дабы держать вдали от Лондона и двора своего супруга, герцога Мальборо, чтобы он не мешал ее любовным интригам. Мы все не без слабости, дорогой сэр Генри. Но неужели мы с вами опустимся до сплетен? Сплетен. Не очень не хотелось бы вмешивать в это кого-либо еще. Но я думаю, что молодой офицер вашей охраны, который только что был здесь, мог бы дать вам более точные и убедительные сведения. Я вас не понимаю. Здесь только что был капитан Артур Мэшем. Да, Мэшем, которого герцогиня влюблена, как кошка. Герцогиня влюблена в капитана Мэшема? Ну, в Мэшем или в кого-нибудь другого, какая разница? Какая разница? Ну, знаете ли... Теперь многое понятно. Несчастная Англия. Финансы расстроены. Торговля умирает. Государственный долг растет. Во что нам обошлось взятие Бушена? 7 миллионов фунтов. 7 миллионов. Чудовищно. Бессмысленная, бесполезная война. Сколько мы потеряли при Мальплаке? 30 тысяч человек. 30 тысяч. Это ужасно. Надо ли удивляться, что наши несчастные подданные бунтуют? Открыли мне глаза, сэр Генри. Меня обманывают. Злоупотребляют моим доверием. Прикрывает государственными интересами свои любовные интриги, капризы, мелкие делишки. Всему этому пора положить конец. Останьтесь, сэр, вы мне нужны. Что вам угодно, герцогиня? Паспорта маркиза де Торси, сопроводительное письмо. Оставьте их, я посмотрю. Но Ваше Величество намеревалось подписать их сегодня. И тем не менее, есть некоторые обстоятельства. Ах, обстоятельства. Я должна во всем этом разобраться сама. Я не желаю приносить в жертву чьим бы то ни было сомнительным замыслам и интригам интересы государства. Ваше Величество. Я не могу больше с вами разговаривать. Время идти в часовню. Я должна проникнуть в одну тайну. Мне необходимо увидеть и допросить того человека, о котором мы с тобой говорили. Героя нашего романа? Да. Ты приведешь его ко мне. Но для этого я должна знать его. Ну что ж, я покажу его тебе. Смотри внимательно. Но я никого не вижу, кроме офицеров охраны. Да, это офицер охраны. Тот, который слева. Милорд, вас ожидает маркиз де Торси. Ну что ж, очень кстати. Я рад приветствовать вас, дорогой маркиз. У меня для вас отличные новости. Полагаю, что это только начало. Что это? Мои паспорта и предписание. Я должен покинуть Лондон в течение суток. Подпись королевы. Но ведь я буквально 2 часа назад разговаривал. Я только что из дворца. Правда, я по дороге заезжал к своему портному. Видимо, люди герцогини проворнее, чем ваш портной. Удивительная женщина. Мартин, шпагу, плащ. Если бы я не был так влюблен в леди Кэмпбелл, непременно влюбился бы в герцогиню, и вам, маркиз, пришлось бы искать себе другого союзника. Бедная Франция. Сейчас же немедленно еду во дворец, чтобы лично выразить свое восхищение герцогине. Не будем отчаиваться, маркиз. Если королева за 2 часа дважды переменила свое решение, то у нас с вами еще впереди целые сутки. 24 часа. Ничего не могу понять. Первый раз в жизни она обнаружила характер. Мне пришлось обещать ей, что билль о возвращении ее брата будет завтра же принят парламентом. А вы думаете, это возможно? В том-то дело, что не уверена. У меня не было другого выхода. Иначе она не подписала бы паспорта.
Она и так отложила отъезд маркизы на сутки. Но это уже не имеет значения. Больше всего меня поразило, как она со мной разговаривала. Это колкий сухой тон, ирония, даже гнев. У меня было ощущение, что она еле сдерживает себя. Это так на нее не похоже, ничего не понимаю. Кстати, спросите своего мужа, как идет расследование убийства Ричарда Боленброка. Что бы там ни было, мы должны доказать, что это была обыкновенная дуэль. Вы меня понимаете? Я передам ему. Вы просили прислать капитана Мэшема. Он ожидает в приемной. Пригласите его. Вы свободны, Оливер. Вы свободны, сэр Оливер. Вы не задумывались с Мэшем? Какие основания были у маршала для вашего производства в капитана? Очень мало, если судить по моим заслугам, но не меньше, чем у других, если принять во внимание мою преданность королеве. Мне нравится ваш ответ. Я вижу, маршал не ошибся у вас. Я хотел бы на деле, на поле боя, оправдать доверие маршала. Не сомневаюсь в вашей храбрости. Подойдите сюда. У вас отличный вкус, капитан Мэшем. Я вижу, вы умеете хранить тайны. Далеко не все современные мужчины способны на это. Капитан Мэшем, могу я рассчитывать на вашу преданность? Жду ваших приказаний, миледи. Речь идет об очень важном деле. Вы должны каждый день являться ко мне с докладом о ходе расследования убийства Ричарда Боленброка. Вы должны совещаться со мной, ждать моих указаний. Это неправда, миледи. Что неправда? Это не было убийство. Лорд Ричард Боленброк пал на дуэли, в честном бою, от руки оскорбленного им дворянина. Ах, вот как. И вы знаете, кто убийца? Вы должны назвать его. Вы обещали повиноваться мне. Мы должны найти его. Не ищите его, миледи. Он перед вами. Вы, Мэшем. Да, миледи. Тише. Никто не должен знать об этом. Я не сомневаюсь, что это была честная дуэль. Но не забывайте, что у вас много врагов, и ваше производство в капитаны в день дуэли может воспринято как награда. И даже я не смогу защитить вас. Вас может спасти только отъезд. Действующая армия на несколько дней. Завтра же. А сегодня... А сегодня, после приема у королевы, вы явитесь сюда. Я передам с вами письма для маршала. Старайтесь прийти незамеченным. Я вам помогу. Но никто не должен знать об этом. Как вы добры, миледи. Мне стыдно признаться, но я боялся вас. Но теперь я хочу открыть вам свое сердце. Вы его откроете. Сегодня вечером.
вечером. Стояла она молча и, наконец, сказала: «Прекрасный рыцарь, вы отвергли мою любовь, хотя я предложила ее вам от всего сердца. Но я докажу вам, что тело не может жить, когда душа мертва. О, прекрасная дама!» — вскричал Тристан. «Господь не допустит, чтобы вы умерли. Нельзя и сказать, как я печален, огорчен тем, что не смог удовлетворить вашего желания и помочь вам, облегчив страдания ваши. Все другое я совершил бы для вас, но того, что вы просите, о прекрасная дама, я не могу сделать, ибо все силы и душа, и сердце мое отданы другой, и делить любовь свою я не могу». Ваше Величество, вы повелели разыскать капитана Мэшема, он ждет в приемной. Приемный, Абигаль. Я слышала, Ваше Величество. Вы все поняли? Все, Ваше Величество. Вечером после приема. Вечером после приема. Наконец-то вы нашлись, слава Богу. Абигаль. Мне необходимо говорить с вами. Мне тоже. Я только что от герцогини. Я ей во всем признался. В чем вы признались? В своей дуэли с Ричардом Воленброком. Зачем вы это сделали, Мэшем? Она обещала мне защиту и помощь. Она хочет меня отправить в армию, чтобы избавить от опасности. Убить вас, чтобы избавить от опасности? Это похоже на герцогиню. Как вы не правы, Абигаль. Это замечательная женщина. Сегодня после приема я обещал прийти к ней за письмами для маршала. И вы пойдете? Ну, конечно. Я хочу ей рассказать о наших планах. Совсем как ребенок, Мэшем. Ну, почему, Абигаль? Вы не должны идти к ней, обещайте мне это. Но это обидит ее. Все дело в том, что в этот же час вас будет ждать королева. Ну, так, ну, значит, я должен пойти к королеве. Нет. К королеве вы тоже не пойдете. Я ничего не понимаю, Абигаль. Я ничего не могу объяснить вам. Я так мучаюсь и так несчастна. Я проклинаю этот день, когда пришло. Абигаль, что с вами? Абигаль. Я понял. Какой-нибудь знатный лорд хочет разлучить нас, отнять вас у меня, да? Да, именно. Вы почти угадали. Вы любите меня, Артур? Больше жизни. Тогда обещайте слушаться меня и ни о чем не спрашивать. Комендант Тауэра спрашивает, как казнить Гарли Чезлвита, водой или тяжестью? За что осужден? За лжесвидетельство в деле графа Фоллингтона. Водой. И публично. Слушаюсь. Лорд мэр. Сегодня ночью сгорел театр на Брэнджи-стрит. Знаю. С вашего позволения, если милорд не возражает, я переведу труппу в Друри-Лейн. Персоны есть? Трое.
Француз? Итальянцы, ваше высочество. Труппу в Друли Лейн, Лисунов, Линкольн и... Слушаю. Кстати, как ваш подопечный? 2 часа тому назад маркизу де Торси вручены паспорта с предписанием в течение суток покинуть Лондон. Проследите. Слушаю. Военный министр. Ваше высочество, я крайне огорчен. Из 16 кораблей, снаряжаемых нами на Ямайку, до сих пор готово только 9. Лорд-адмиралтейство. Ваше высочество. Дорогой Монтегю, если в ближайшие 3 дня эскадра Крэга не выйдет в море, я буду крайне удивлена. Крайне. Абигайль. Почему вы здесь? Я назначила вам свидание у пруда Розамонда, мы могли разминуться. Увы, Абигайль, я был бы счастлив, но вы не назначали мне свидание у пруда Розамонда. Я послала вам записку. Я ее не получал. Но я все знаю, маркиз де Торси был у меня. Мне надо немедленно говорить с королевой. Отъезд маркиза — это катастрофа. Это не самое главное. Есть нечто гораздо более страшное. Что вы имеете в виду? Моего Артура любит еще одна знатная дама. Ну вот решай после этого государственные проблемы с влюбленными. Речь идет о войне, о мире, о судьбах всей Европы. Европа может подождать. Да? А впрочем, вы правы. Европа действительно может подождать. Простите меня, дитя мое, простите. Политики эгоистичны, как, впрочем, и влюбленные. Итак, как Бегаль, давайте все по порядку. Значит, королева подписала паспорта. Да, из этого дурацкого беля с вами, братцы. Понимаю, теперь у нее снова наилучшие отношения с герцогиней. Совсем наоборот. Королева ужасно зла на нее. А, это неплохо. А вы не пробовали еще раз поговорить с королевой о маркизе? Говорила, но ее сейчас занимает совсем другой предмет, как, впрочем, и меня. Простите. Простите. Ну так, начнем с нашего предмета. Итак, кто же эта знатная дама? Я не могу назвать ее имени, это тайна, которую мне доверили. Ну что ж, это благородно. Итак, нашего юного Мэшема любят сразу 2 дамы. Во-первых, герцогиня, и, во-вторых, какая-то еще таинственная дама. Ну, скажем, маркиза или виконтесса. Абигайль, ну это же прекрасно. 2 дамы – это почти всегда лучше, чем 1. Сэр Генри, мне совсем не до шуток. Милая Абигайль, я никогда не был столь серьезным. Если большое государство хочет завоевать маленькое, к этому нет никаких препятствий, и маленькое государство погибло. Но если другое большое государство захочет сделать то же самое, то у маленького государства уже появляется шанс на спасение. Большие и великие державы сделают все, чтобы помешать друг другу. И в этом счастье маленьких государств. Но пока это маленькое государство гибнет. Сегодня герцогиня и та другая дама назначили Артуру свидание, причем в одно и то же время. Но вот видите, они уже вредят друг другу. Он же не может пойти одновременно на 2 свидания. Он не пойдет ни на одно. Это вы сами решили, он. Герцогиня, я его просто не пущу. Так. Что же касается 2-го свидания, то я сама должна передать ему условный знак. Но я не такая дура, сэр Генри, чтобы сделать это. Браво, Абигайль, вы делаете успехи. Постойте, как вы сказали? Условный знак? Подождите, подождите, Абигайль. Кажется, у меня появилась идея. Гениальная идея. Вы мне должны назвать этот знак, и я расстрою 2 свидания. Я спасу Артура и вас, а заодно и Англию. Маркиз де Торси будет сегодня приглашен ко двору. Мирные переговоры будут неизбежны. Итак, Абигайль, условный знак. Стакан воды. Сегодня вечером на приеме у королевы эта дама при всех произнесет слова «Здесь невыносимо жарко» и попросит Мэшема подать ей стакан воды. Стакан воды. Стакан воды. Чем обязана столь редкому гостю? Миледи, я пришел, чтобы выразить свое восхищение вашими талантами. Могли бы прибавить мою честность. Я выполнила обещание. Ваша милая крошка Абигайль вот уже 2 недели исправно шпионит за мной и преданно служит вам. Вы этого добивались? Разве можно что-нибудь скрыть от вас? Вы так проницательны.
вас преданная помощница. Она даже пыталась уговорить королеву принять во дворце маркиза де Торси. О, это была моя оплошность. Я прошу вас извинения. Конечно, я должен был обратиться не к ней, а к вам. Спешу исправить свою ошибку и смиренно прошу вас, герцогиня, пригласить сегодня вечером маркиза де Торси во дворец. Вы шутите? Нисколько. И убежден, что вы исполните мою просьбу. Убеждены? Милорд опять перехватил или перекупил одну из моих записок. Ну что ж, на этот счет у меня есть несколько очаровательных писем вашей жены, леди Боленброк, к лорду Эшварду. Храните их, миледи. Я не исключаю, что когда-нибудь они вам понадобятся. Сегодня я не намерен вам угрожать. Напротив, я пришел оказать вам услугу. Я хочу сообщить вам известие, которое не может не заинтересовать вас. Приятно? Боюсь, что нет. У вас есть соперница. И, как мне кажется, счастливая. Одна высокопоставленная придворная дама имеет виды на капитана Мэшена. Похоже, что ей удалось отбить его у вас. Это леди Эдфорд? Нет. Леди Гловер. Неправда. Увы, дело зашло так далеко, что она уже назначила ему свидание. Ложь. Я знаю день, час, даже условный знак. Вы можете мне их сообщить? Как только вы подпишете маркиза де Торси приглашение в дворец. В конце концов, маркиз все равно уезжает. Вопрос о его высылке решен. Он не опасен. Это невозможно. На прием приглашен посол Австрии. Ну, герцогиня, ведь это не аудиенция, даже не официальный прием, а всего-навсего небольшой вечер, на котором маркиз будет присутствовать как совершенно частное лицо. А впрочем, смотрите. Кто эта дама? Я не могу назвать ее имя, но вы узнаете его. Сегодня вечером в присутствии всех она должна произнести слова «Здесь невыносимо жарко» и попросить капитана Мэшем подать ей стакан воды. Это и будет условным знаком свидания. Стакан воды. Посол Португалии, первый виконт, маршал Ричард Шопен, придворный поэт Ее Величества Чарльз Сегли, граф Уго делла Ара, принц Тосканский, маршал Солер, кардинал Филиппо Сальваторе, кавалер ордена Святой Инессы де ля Крус, посол Ее Величества в Италии, маркиз Томас Уортон. Ее Величество, королева Англии. Игру королевы. Игру королевы.
Ваше Величество, я была вынуждена пригласить маркиза де Торси. Очень хорошо. Это успокоит оппозицию. Да, и доставит удовольствие Абигель. Маркиз де Торси! Приветствую вас, маркиз. Мы рады вас видеть. Ни слова больше. Будьте осторожны, Ваше Величество. Я только что получил приглашение. Вероятно, мой слуга так же нерасторопен, как и мой портной. Что это означает? Серьезная перемена в политике? Возможно. Все будет зависеть от одного очень скромного и хрупкого союзника. Вашему Величеству угодно назвать своих партнеров? Да, конечно. Леди Абигейл Черчилль. Благодарю вас, Ваше Величество. Третий партнер. Ни в коем случае, Ваше Величество. Маркиз де Торси. Благодарю вас, Ваше Величество. Маркиз и королева за одним столом. Это больше, чем я предполагал. И много больше, чем я хотела. Посмотрите, как они оживленно беседуют. Даже маркиз передает ее величеству какие-то бумаги. Не будем мешать им. Мне кажется, наступает момент. Совершенно уверена, сэр Генри, что ни одна из присутствующих здесь дам... Вы не находите, маркиз, что здесь невыносимо жарко? Капитан Мэшем. Прошу вас подать мне стакан воды. Ваше Величество, как вы можете? Что вы хотите сказать, герцогиня? Возможно ли, чтобы Ваше Величество так забылось? Герцогиня. Какое неуважение к королеве. Право подносить воду Вашему Величеству принадлежит одной из ваших фрейлин. Ну что ж, герцогиня, поднесите мне ее сами.
хотите, чтобы я? Но вы же сами настаивали на этом праве. Как вы неловки. Это благодарность за всю мою службу. Я устала от ваших упреков. Я могу навсегда избавить ваше величество от них. Сделайте одолжение. Одно только слово, ваше величество. Оставляя пост первой статсдамы, я должна дать отчет о выполнении последних повелений вашего величества. По требованию лорда Боленброка и членов оппозиции, вы приказали мне найти убийцу Ричарда Боленброка. Нам удалось найти его. Это присутствующий здесь капитан Королевской гвардии Артур Мэшем. Мэшем? Неужели это правда? Да, ваше величество. Лорд Боленброк, согласно приказу ее величества королевы, вам поручено арестовать убийцу вашего брата. Передаю его вам. Приглашение Величества Королевы. Вас ждут, милорд. Я рада приветствовать вас, дорогой сэр Генри. Я весь к услугам первой статсдамы. Жду вас с нетерпением, милорд. Прошу прощения, я немного опоздал. Мы были заняты составлением нового кабинета, возникли некоторые сложности. Боюсь, что больше, чем вы предполагаете. Ее величество срочно пожелала вас видеть. Она у себя. Я понимаю, что оторвала вас от неотложных дел, дорогой сэр Генри. Но меня очень беспокоят слухи о волнениях среди наших колонистов в Америке. Я полагаю, что смогу дать вашему величеству достаточно точные и полные сведения. Прошу вас. Кстати, дорогой Боленброк, вы не находите, что ваши утверждения относительно романа герцогини и Артура Мэшема лишены всякого основания? Боюсь, что мы были несправедливы к ней. Если бы герцогиня действительно любила капитана Мэшема, разве могла бы она выдать его, арестовать? Поступок довольно странный для любящей женщины, согласитесь. Поступок может быть и странный, ваше величество, но вполне объяснимый. Герцогиня выдала его из ревности, узнав, что у капитана Мэшема именно в это время назначено любовное свидание. Свидание? С кем? Этого никто не знает. Но вашему величеству достаточно пожелать, и я узнаю. Нет. Мой юный пленник открыл мне свое сердце. Оказывается, он безнадежно влюблен в какую-то знатную даму. Он не только скрывает ее имя,
но боится даже ей признаться в своей любви. Значит, он любит другую? Как все это, однако, странно. Я должна сама допросить его сегодня же. Разумеется, это внесло бы полную ясность, но боюсь, что появление капитана Мэшема во дворце без охраны может вызвать нежелательный итог. И тем не менее, я настаиваю. Ну что ж, как раз сегодня вечером я собирался представить на утверждение вашему величеству состав нового кабинета и ряд других важных документов. Я мог бы воспользоваться этим случаем и провести капитана Мэшема во дворец под видом моего секретаря. Прекрасно, я буду ждать вас, милорд. Что же касается Америки... Я полагаю, что мы обсудим все это сегодня вечером. Америка подождет. В это трудно поверить. Я даже не могу передать королеве вашу записку. Это статсдама из ювелирной лавки так запугала всех, что слуги и придворные сторонятся меня как чумного. Как быстро оперилась эта маленькая птичка. Если так пойдет дальше, боюсь, что скоро не только мы, но и вся Англия почувствует ее когти. Думаю, что миледи преувеличивает ее возможность. Боюсь, что милорд недооценивает. Леди Аберкромби. Что скажете, миледи? Пока все безрезультатно. Весь день ее величества расписано этой выскочкой, обегать до самой ночи. Что я вам говорю? Королева никого не желает ни видеть, ни принимать. Ее величество столь ревностно стало заниматься государственными делами. Нет, государственными делами занимается лорд Боленброк. Королева занята своим туалетом. Она капризна и раздражительна. Кстати, пикантная подробность. Сегодня после полуночи королева пожелала допросить арестованного капитана Мэшема. Нет. Она не посмеет. Сведения абсолютно достоверны. Об этом сообщил доверенный человек лорда Боленброка. Сегодня после полуночи. Допросить после полуночи. Это что-то новое в любовном лексиконе нашего двора. Ну что ж, это прекрасно. Главная балюстрада! Ее величество ждет вас. Как хорошо, что ты пришла, Абигель. Они уже здесь. Я видела, как подъехала карета. Что с тобой, Абигель? Ты вся дрожишь. Вы тоже, ваше величество? Да. Можно ли так рисковать? Я должна знать правду. Это они. Не покидай меня, Абигель. О, нет, ваше величество, я не уйду. Можете быть совершенно спокойны. Вы немного опоздали, ваше величество. Караульный не сразу узнал меня. Я рада вас видеть, милорд. У нас очень мало времени, ваше величество. Я прошу вас посмотреть эти документы. Во-первых, это указ о смещении герцога Мальборо и отставке правящего кабинета. Хорошо. Это список министров нового правительства. Очень хорошо. И, наконец, проект вердикта о начале мирных переговоров с Францией. Я очень рада. Благодарю вас за доверие, ваше величество. Что касается нашего пленника, то может быть целесообразно, чтобы ваше величество допросили его сами. Убежден, что с вами капитан Мэшем будет более откровенен. Я жду в приемной.
Заприте двери обеды. Я не хочу, чтобы нам мешали. Подойдите, капитан ваш. Мне стали известны обстоятельства вашего проступка, капитан Мэшем. Я ненавижу дуэли, но я понимаю, вы защищали свою честь. Я всегда верил в справедливость вашего величества. Но объясните мне другое. Почему герцогиня, которая всегда была так благосклонна к вам, так неожиданно решила выдать вас, понимая, что обрекает вас, быть может, на гибель? Ведь вы любили ее. Ваше величество. Я понимаю, что вы очень скромны и будете отрицать, но при дворе все знают о вашей романтической страсти. Ваше величество, вас ввели в заблуждение. Я готов поклясться, что всегда любил и буду любить другую. Она хороша собой, это другая. Она прекрасна. Я счастлив и горжусь этой любовью. Я хочу рассказать вам все. Как вы неловки, Абигаль. Прошу простить меня, ваше величество. Продолжайте, капитан Мэшем. Вы можете наказать меня, но я больше не могу. Ваше величество, важные новости. Я хочу, чтобы вы знали. Молчите. Откройте, ваше величество. Что делать, Абигаль? Ну что же вы, встаньте. Туда нельзя, он под арестом. Ваше величество, что с вами? Сюда. Берите. Ваше величество, отберите. Садитесь. Ваше величество, что с вами? Эй, кто-нибудь. Откликните. Стража. Ваше величество. Стража, сюда. Ваше величество, что с вами? Ваше величество, вы живы, какое счастье. Мы несколько раз стучались, но никто не откликался. Мы уже начали беспокоиться. Что вам угодно, герцогиня? Кто дал вам право врываться ко мне в столь поздний час? Тревожные события, ваше величество. Австрийские войска разгромлены герк Мальвара. Мы могли бы сообщить об этом утром, время за полночь. Чем я обязана столь пышному собранию? Но, ваше величество, мне показалось событие настолько важным, что я взяла на себя смелость... Скажите лучше неслыханную дерзость. Ваше величество, мне кажется, что там кто-то прячется. Злоумышленник в покое королевы. Вот он. Ваше величество, прошу вас о снисхождении и милосердии. Это я тайком от вас приняла его сегодня ночью. Это ложь. Я говорю правду. И пусть ваше величество накажет нас обоих. Позвольте мне объяснить все. Кстати, объясните, почему до сих пор на свободе государственный преступник, охрана которого была поручена вам. Ваше величество, быть может, я поступил опрометчиво, но есть обстоятельства и чувства, которые сильнее доводов рассудка. Я отпустил капитана Мэшема под честное слово на свидание к его невесте. Мисс Абигейл Черчилль, вы вправе наказать меня. Что вы наделали? Разве можем мы позволить обесчестить молодую девушку, которая пожертвовала собой ради вашего спасения? Право, милорд. Пусть они подойдут. Благодарю вас, Абигаль. Я никогда не забуду этого. Я знаю, что вы любите другую. Но ваша королева просит вас. Ваше величество. Я прощаю
и благословляй. Но, Ваше Величество, Артур Мэшем – государственный преступник и должен предстать перед судом за убийство. Ваше Величество, я должен публично принести извинения герцогине. Я тщательно проверил все собранные ей свидетельские показания по делу Артура Мэшем. Миледи, вы, как всегда, оказались правы. Это действительно была честная дуэль. И Артур Мэшем виноват лишь в том, что он защищал свою честь. Честь дворянина. Вы удовлетворены, герцогиня? Вы все свободны. Всегда рада вас видеть, милорд. До свидания, Абигаль. Прощайте, капитан наш. Всегда к вашим услугам, Ваше Величество. Вот, собственно, и вся история. Я был назначен министром иностранных дел нового кабинета, и уже через 2 недели начались мирные переговоры. А через месяц, 26 октября, был заключен Утрехтский мир. День был такой же пасмурный, как сегодня. Также накрапывал дождь. И совершенно так же пахли осенние листья в парке аббатства Руе, где шли переговоры. Неужели прошло 30 лет? Так много и так мало. Как разметала нас жизнь! Очень скоро, через год после утрехтских событий, умерла королева Анна. Время моего возвышения и славы сменилось долгими годами изгнания. Потом была снова Англия, снова изгнание. Менялись правительства, менялся мир вокруг. Ушли навсегда многие мои друзья и враги. Смерть примирила нас. 9 лет назад умер герцог Мальборо. И уж совсем недавно, менее года назад, умерла герцогиня. Ее любимая ворона, Алиса, теперь живет у меня. Она уже совсем старая. Артур Мэшем сейчас генерал, толстый, грузный. Трудно поверить, глядя на этого лысеющего толстяка, что 30 лет назад от него зависели судьбы и счастье 3 незаурядных женщин.
судьбы Европы. Недавно Абигаль жаловалась мне, что в последнее время Артур много пьет. Сама Абигаль, леди Мэшем, по-прежнему первая статс-дама. Она пережила не только свою королеву, но и еще двух королей. И сейчас цепко держит в своих маленьких ручках двор Георга Третьего. Ко мне она по-прежнему благосклонна и даже делится своими маленькими женскими секретами. 30 лет. Что же осталось? Воспоминания, рукописи, книги. И эта забавная история о стакане воды, в которую мало кто сегодня поверит, и в которую сам я, признаться, тоже верю с трудом.